Задача школьников в рамках театрального конкурса «Мы память бережно храним» – представить на сцене небольшой фрагмент из произведения о Великой Отечественной войне. На все не более 10 минут. Произведения очень разные, подготовка детей очень разная, но радует то, что благодаря вот этой акции, благодаря этому проекту, конечно же, мы видим совсем других детей. Дети раскрываются по-новому. Жюри оценивает интересное режиссерское решение, лучшее музыкальное и сценическое оформление, актерскую игру. Надо отметить, что школьники действительно постарались. В каждом мини-спектакле попытались отразить дух военного времени, рассказать о подвиге участников тех страшных событий, о героизме русского народа. Мы сегодня будем представлять постановку «Бабуси 44-го». Мы ее поставили ко дню Великой Отечественной войны, то есть ко дню 9 мая. И мы очень рады вообще здесь выступать, так как это большая честь для нас. Это очень важно, так как это история наших дедов и прадедов. То есть мы постоянно помним о них. Мы должны помнить, что это битва, что эти люди пали ради того, чтобы мы сейчас хорошо жили, мы жили под мирным небом, синим небом, и чтобы у нас было все то, что не было у людей во время войны. Конкурс «Мы память бережно храним» проходит во всех районах Сочи. Имена победителей станут известны ко Дню Победы.